Мы на месте. Мы приветствуем Касперса и интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он кивает, он размытый какой-то, в голограмме стоит. Хорошо, сканер просканирую сейчас. Касперс, отключи эту голограмму. Все чипы и датчики, подсоединенные к голограмме, подсвечиваются. Отключай это все, выводи из биополя. И как выйдет, отправляй в клетку-тюрьму. Она переливается, голограмма. Готово. В клетке? Да. Хорошо, так лучше, Касперс? Головой машет. Чувствовал он под ключку эту. Лучше. Лучше. Хорошо. Начинаем работать. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Касперса, под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Касперса. Находит все. В голограмме вышел гуманоид. Гуманоид. Красный дракон. Красный дракон. Джин. Есть. И бес. Какой бес? 9. Хорошо. Какой джин? 24-38. Какой красный дракон? 31-18. И как, откуда гуманоид? Сириус. Кто ты? Создатель. Ой. Я второй раз спрашиваю, я все 3 раза спрашиваю. Создатель. Я создал свой шедевр. На вопрос ты мне так отвечаешь, что ты создал свой шедевр. А я тот, кто разрушает шедевры. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Хорошо, вот я тебе сейчас демонстрирую свой шедевр. Кто я теперь? Тоже творец? Эти энергии опасны. Побереги их. Не стоит тратить на меня. А почему так? Считаешь себя недостойным? Ты же творец. Именно так. Я могу уйти с моим шедевром. А с чего ты взял, что я тебя отпущу с твоим шедевром? Я обнаружен. Должен быть отпущен. Не должен ты быть отпущен. Ты будешь передан в компетентные органы, с которыми ты дальше будешь разбираться сам. Если у тебя есть что-то предложить, и я очень надеюсь, что у тебя есть что-то предложить, может быть, тебе будет чуть легче, чем другим, творец. Сколько ты находился в этом биополе? 2,5 года. Сканер, дай мне полноту души Касперса на настоящий момент. 92%. Значит, я надеюсь для тебя, что ты не продавал копии, не выводил их из этой голограммы, частички души. Нет, все в моем шедевре. Какого же ты высокого мнения о себе? Даю команду тонкой копии Касперса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Пока идет реверс, без, сколько ты находился в этом биополе? 4 года. В квартире присутствуешь? Нет. Хорошо. Если без говорит правду, загорается зеленый маячок. Зеленый. Хорошо, без. Проверочка. Джин, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. Красный дракон, сколько ты присутствовал? 4,5. Хорошо, у красного дракона и джина есть подключки в квартире, там, где живет сейчас Касперс? Есть плата у красного дракона. У меня нет сегодня задания чистить квартиру. Я просто спросил, чтобы знать. Хорошо, у гуманоида есть что-нибудь в квартире еще? Нет. Ждем окончания реверса. Закончен. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Каспар забирает всю чистую светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Каспар себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем из голограммы частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии, все, что на чистоте Касперса находится, мощным потоком пошло назад. Усилию потоки в 50 раз. Итак, я хочу услышать от гуманоида о его шедевре, о его голограмме. Какая цель была этой голограммы? Какая его цель была? Как он ощущал? Одурманивание. Одурманивание как? Как наркотик или просто духовное человек? Духовное одурманивание. Духовное одурманивание. Это значит, ты как давал... Как творец, я шел к нему. А, он тебя воспринимал как творец, он тебя видел? Его. Что? Еще раз? О духотворенности. Понятно. И куда ты направлял это все? Голограмму, мой шедевр. Хорошо. Создавая да? Копию. В твой шедевр. А как он? О духотворенную копию. А он делился. А он что? Вера, ты пропадаешь? Делился. Делился, понятно. Он тебя видел? Ты ему представал в своем виде? Или как ты ему предстал? Учителем, одухотворенным учителем. Хорошо. Он чувствовал энергии. Ты контракт с ним заключал? Нет. Хорошо, спрашиваю всех, у кого есть контракт с Касперсом? Ни у кого, ни да? У кого. Хорошо, ждем окончания. Ревер закончился. Дай мне полонту сейчас души, сканер. 100.
Отлично. Одной проблемой меньше. Начинаем с биеса. Биес, скажи, есть ли лярвы в биополе Касперса? Нет лярв. Затемнение? Затемнение есть. Руки и колени. Понятно. Ты хочешь получить эти затемнения? Хочу. Тогда сейчас выходи и снимай все, что ты оставил в его биополе. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. У него на ногах как капканы, в которые стекала энергия. Негативная собиралась там. Понятно. Снял. Разрешаю тебе забрать все затемнения. Забирай и возвращайся назад. У него колени и руки как запястья. Хорошо. Готово. Жены выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все свои подключки, втягивай в себя. Приступай. У него, слава, идет плотный страх. Он его как закатал в своей энергии. Дракон? Джин. Да. На уровне поясницы, пояс. Вот это оно раскручивает. Готово. Красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, ничего не забывай. А здесь он жег терпение. Порог пения испытывал, снял плату. Сканер, просканируй сейчас Касперса на чистоте гуманоида и его голограммы. Осталось ли что-то незамеченным в биополе Касперса? Если находишь, выводи, отключай полностью. Да, у него на голове стоит как полукруглая такая. Сфера. Полусфера, да. Хорошо. Вывел? Да. Выстраиваю прямой канал от Касперса к этой сфере. И Касперса дает реверсом назад все негативное патогенное низкое вибрационное, что он получил от нее. Пошел процесс. Мощным потоком все пошло назад. Мысли, сомнения, страхи. Все туда летит. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал. И в порядке реверса забираю из этой полусферы все, что находится на чистоте Касперса. 1, 2, 3. Все по праву забираем назад. Здесь какой-то идет мысленный порядок и уверенность. Угу. Он же и говорил об этом, да. Готово. Отлично. Я отправляю эту полусферу в эту же клетку, где находится голограмма. Даю команду на рассинхронизацию Касперса с гуманоидом, его голограммой и полусферой, красным драконом, джином и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чистый. Подхожу к Касперсу, помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Все прошли проверку. Начинаю отпускать. Биес и Джин, вы больше никогда не придете в это биополе, вам понятно, да? Понятно. Готовы уходить? Готовы. Открывается внизу два портала, один на чистоте беса, один на чистоте джина. Джин уходит в свой портал, забирает все, что принес. Бес уходит в свой портал, забирает все, что принес. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Красный дракон. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше никогда в это биополе и в квартиру Касперса не придешь. Дает слово. Ему нужно плату снять. Значит, ему придется вернуться и снять платы. Он дал слово? Да, он дал слово. Готов уходить? Готов. Открывается портал на чистоте красного дракона, и он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Приветствую, Ли. У меня здесь гуманоид Сириуса, творец, по его собственным убеждениям. Голограмма, полусфера. 2,5 года находился в биополе, 8% было души в его конструкции, все вернули назад. Прекрасный экземпляр. Да, он очень уверен, что он творец. Забираем его. Голограмму уничтожить. Под голограммой открывается внизу воронка в галактическое ядро, и голограмма вместе с этой полусферой уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово, гуманоида забрали. Хорошо. Поехали дальше. Организируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Касперс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Сильным, чистым и уверенным. Отлично. Будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Касперса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.